Здравствуйте, уважаемые зрители, и я приветствую вас на нашем канале. Просим оценить видео лайком и подпиской на канал. Обязательно нажмите на колокольчик и выберите все уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Героиня сегодняшнего нашего видео – известная российская певица, звезда 90-х и начала нулевых годов. Она прошла трудный путь от стриптизерши в дешевом клубе до известной певицы. Ее короткую, но яркую жизнь можно сравнить с кошмарным боевиком. За свои 40 лет она пережила множество измен, травмы, потерю ребенка и попытки самоубийства. Она дважды пыталась уйти из жизни, прыгая с 5-го, а потом с 11-го этажа в связи с депрессией, алкоголем и принятием наркотических средств. Но судьба как бы давала ей шанс, понимая, что героиня нашего видео еще нужна на этой земле, в надежде, что она все-таки одумается и перестанет играть своей жизнью. Сегодня мы чтим память известнейшей российской певицы Натальи Лагода. Наталья Лагода в первую очередь известна по суперхиту 90-х «Маленький Будда». Наталья Лагода два раза пыталась покончить жизнь самоубийством в 2001 и в 1998 году. В 2001 она находилась на грани смерти. Она была в коме и ей сделали трепанацию черепа, но врачи сумели спасти ее жизнь. Одной из косвенных виновниц смерти Натальи Лагоды называют солистку группы «Блестящих» Ольгу Орлову, которая увела у нее мужа, известного продюсера Алексея Карманова. К сожалению, Наталья Лагода, пережив два самоубийства, не смогла справиться с пневмонией и ушла из жизни в возрасте 40 лет в 2015 году в полной нищете и бесславии.